Наконец-то я закончила, надеюсь, последнюю, четвертую часть, которую мне одна подписчица пообещала мне отдать первый аккаунт ее. Ну, не буду медлить, погнали. И да, я забыла сказать то, что в этой части, это, простите за звуки, там просто планшет играет у Вероники, у моей младшей сестры. Короче, вот что я хотела сказать. Да, вы, надеюсь, вы меня не поняли еще, но я вам объясню. Короче, в этой части у моей подружки будет парень. Если вы не знаете, кто это, то это Джоферце. Да, это развешенная сторона Джофа. Поэтому я буду шипеть ее с ним. И да, ой. Простите, ребят. Короче, четвертая часть. Да, вы этого ждали. Господи. Где-то в коридоре. И да, ой, и да, забыла сказать то, что в этой части я не буду добавлять эту драку или забирание ляпы моей подружки. Да, потому что мне было лень. Короче, ее потом побили, но я потом скажу. Четвертая часть. Где-то в коридоре. Это Рона, прости, что я хотела вот такую тебя изобразить. Это ты... Ой, это что-то тебя побила... Ляпа. Это я не спрашиваю, почему... Почему теперь ты рот прям у руки? Потому что я так хотела. Чтобы и на крыльях были какие-то синяки. Ну и тебя еще поцарапали. И чуть-чуть ухо вылезали. Да. Где-то еще пару метров в коридоре. Лера, что с тобой случилось? Тебя кто побил вообще? Почему ты в таком состоянии? Привет. Привет. Ты знаешь, меня просто тут чуть-чуть там тут побили. На, ну ты видишь мое состояние. Так, Вера. Ты идешь? Ой, мы теперь обратимся ко мне в комнату. Я тебя там хорошо вылечу. Так, Лера, я тебя... Мы теперь потянемся ко мне в комнату. Я тебя там хорошо вылечу. У меня там аптечка есть. На всякий случай. У Эрзешного Джеффа в комнате. Я тут схватил лекарство, чтобы тебя хорошо вылечить его свои. Для тех, кто не знал, это такая микстура для синяков. Но она больно щипит. Да, если вы не знали. В аптечках такое есть. Если что, это ватный диск, это типа простыри. По этой капельке этой микстуры, да. Итак, я сразу хочу тебя предупредить, что эта микстура будет больно щипать. Так что терпи. Эм,
Лера, пожалуйста, не стой так, пожалуйста. Я тебя тут выручить пытаюсь. Терпи давай. Джеффриза, я не могу так долго терпеть. Мне ж больно. У меня все тело, блин, побитое. После операции. Ну, Лера, ты теперь в норме. Я тебя вылечил. Молодец, что терпела. И ты забыл тебе кое-что сказать? Не благодари меня, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Ты мой... Теперь ты мой лучший друг. Ну, я пошла. Пока. Теперь надо телепортироваться к себе в комнату. Она такая милая была. Она тут мне тут терпела, я ее пытался вылечить. Эх, она такая милая, красивая. Блин. Блин, даже не думай об этом. Она же моя лучшая подруга. А я ее лучший друг. О чем же сейчас думает она? У себя в комнате. Кто-то зовет Джефф Эльзе. Эй, Джефф! Это, типа, кричит кто-то. Джефф Эльзе, подойди, пожалуйста, сюда. Сейчас подойду. Конец! Ага.